Всем привет, друзья! С вами снова Экси и со мной Артём Динамик. Всем привет, дорогие друзья! Да, мы находимся в игре God Mod. Да-да-да, и сегодня мы будем убивать мертвечинку! Да, мы должны, по идее, были втроем играть. Ну, играем вдвоем. Так, ну, думаю, у нас как будет время. Поменять игрока? У нас экипировка мертвеца справа внизу. А, вот. То есть тут их только два. А кого? Игрока. Или как? А, подожди, выбор игрока... Ладно, неважно, просто готов нажать. А как готов нажать? А, смотри, уровень сложности, карта, и тут начать матч. А так, к нам присоединился администратор. Администратор? Он нас не забанит? Да. Так, я сейчас не вижу, где готов. Так, ну все, ты готов? Хорошо, я спрошу тебя, ты готов? Да я не знаю. Ну все, ты готов, все готовы. А, так я готов, ты готов? Ты готов, это я не готов, это ты готов. Так, ты будешь зомбак, а я вижу клоун такой в армейской одежде. Окей. Так, мы сейчас будем просто уничтожать. Так, держись рядом, никакого я боюсь. Сюжета, никакого геймплея, тупо мясо. Мясо, никакого сюжета. Все, все будет как в лучших домах Лондона. Давай, так, ожидание других игроков. Я жду тебя, деточка. У меня загрузка. А я пока ожидаю. Нет, все-таки меня ждем, наверное, скорее всего. Да, вот, все. А у меня такая красивая картиночка. Окей, это что такое? О, пропускай видео, я не буду его смотреть. Ну, так, я вижу тебя. Ты вот я тебя тоже вижу. Побежали, там нас уже ждут. Побежали, сейчас будет миссия. О, администратор кувырки падает. Делает. Администратор там сейчас скилловый парень. Не знаю, вряд ли. Или туман на поле боя. О-о-о-о. Эй, не надо туман на поле боя. Да-да-да, вы чё, пацаны? Я буду... А главное, ты ещё зомбак, мне рядом с тобой страшно. Как целится? Почему мне на Е, на Е, на Е, на Е. А, на Е. Окей, необычно. Так, смотри. Иду! О, зомби идут! Зомби идут! Опыт зарабатываем! Отходи! Ну нифига их тут толпа, я не ожидал, что здесь на бронзе столько будет. А, да! Спаси меня! Окей, все, я надеюсь, так, сзади стреляющая хреня! Не в нее, не в нее, вот сюда! К тебе бежит! Господи! А, как ты? Меня сейчас грохнут! Валю! Я не знаю, где ты, кстати. Я вообще рукопашки светил. Не советую. Ну да, я знаю. Так, я бегу к тебе, я бегу тебя спасать. О, ко мне прибежал мастодонт. Я его убил. Мне в спину прилетело. Низкий уровень брони. Ищите синие усилители брони. Так, побежали куда-нибудь, там будем искать. Где ты? Так, я вижу броню. Я побежал направо, как мы вышли направо. Ой, сколько у меня их тут, ё-моё. Чувак, беги, я тебя прикрою. А ты где? Я, короче, как бы мы налево вышли, вот вышли и направо, короче. Я тебя вижу. Как я бегу к тебе. Я же слева побежал вроде, нет? Нет, ты не побежал вообще в другую сторону, ты побежал через мост куда-то. А, окей. Я тут какие-то... А, я ХП поднял. А, вон я тебя вижу. Да-да-да, оп. Бегу. За мной там толпа! Минус. Смотри, из больших появляются маленькие красники, они стреляют. Да-да-да, я понял это. Чувак, их тут много! А! Что вообще происходит? Блин, ну еще в тумане. Вот туман вообще смысл включать, я не видел как бы. Ну это не я включил. Ё-моё. Я горю! Я умер. Ничего, у тебя 8 жизней. Возрождение через 10. А, я не успел взять броньку, она исчезла. Я возродился, тут какие-то еще скелеты с щитом бегут на меня. Есть такая тема. Думал, игра какая-то тупая какую-то, она такая интересная в плане мяса. Да, она очень движовая. Экшен, прям сразу. А, кстати, администратор, по-моему, у нас слился, да, у нас? А, администратор, да. Нет, кстати... он ни разу не умер. А? Он ни разу не умер, я не вижу его на карте. Я имею в виду, он слился от нас. А, он отключился? Да. Не знаю. Так, у меня мало ХП, я сейчас тоже сольюсь, кажется. Да за мной тут какие-то, блин, призраки летают. Вот этих призраков надо валить. А, все, меня убили. Сейчас, я встану. Голова скелета, блин, что? Голова скелета, стреляй в нее, она взрывается. Тут мало логики. Тут вообще ее нет. Да. Птички, опасные хрени. Я к тебе бегу, нет, ты ко мне бежишь. Сзади. Сзади где... голова! Friendly Fire-то есть, нет? Ну, по-моему, есть. Это плохо, потому что я в мясе не вижу, кого я стреляю. Да умри ты! Ой, еще идут. Я в тебя сейчас пальну. Так, да? Сейчас я. Ну окей, значит, есть Friendly Fire. Ой-ой-ой, бежим. О, там кто-то стреляет нас. Как они нас видят? Волна-то будет идти.
Офигеть, первая волна и такая жесткая. Ну. Так, тут лучник там с нами ныкается. Патроны. Что это? Да, патроны. Стой! Так, бронежилет взял. Я опять умер, да ё-моё! Это поднять нельзя? Нет. Нет, там возрождение через 3 секунды. Ну да. Так, это где? Ага, вижу. Ой, тут какие-то летающие, блин. Есть! О, все, испытание веры закончено. Пелена. Ладно, тут какое-то испытание божественное идет. Да, давай собирать тут все, что есть, перед тем, как прыгнуть в портал, потому что дальше нас ждет вообще месиво. Вот в эти порталы пока не прыгаем. Окей, ты уже поиграл в нее до этого, да? Да, ну я чуть-чуть один раз поиграл. Вот, просто управление посмотреть, ну блин. Я тогда туда посмотрю, что там есть на той стороне. Интересно. Я бегу с тобой, что ты думаешь? А, ну окей. Так, бери патроны. А тут ничего нет, кроме патронов. Бери... Нет, есть, туда дальше бежать можно. Дальше? Куда? А как попасть на ту платформу? Тоже, наверное, это портал. Не, подожди, там наверху, наверху. Ладно, пойдем в боковой портал. Может, наверху там это. Пойдем. В передний точно следующий уровень, а в боковой не знаю, ни разу не ходил. Боковой это. Влево, как? Влево, влево. А, влево? Да. А, не закрыто. А, да, не закрыто. Ну, значит, пойдем. Надо только один. Да. Окей, куда мы попали? А, так. Враги больше и сильнее. Да, враги больше и сильнее. Спасибо, как бы. Спасибо, Кэп. Так, бей этих хрени с собой. Ооо, ничего, их там прет! Нормуль! Ой, блин! Блин! С этой пукалкой! Есть, нет! Есть, их покупать надо! А! Ну пока не нужно. Нифига! Я его завалю! На! На, сука! На, вот так! Окей, и надо на ту сторону попасть, там хп. Так, бежим, 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 бежим в центр! Смотри, сверху в нас стреляют! На И сверхспособность открывается! На И нажимаешь, когда? На Ку, то есть на Ку. На Ку, ну, нажал, ничего не происходит. Справа вверху видишь щит такой нарисован? Да. Если он полный, у тебя, короче, можно активировать способность. У меня, допустим, это щит улучшается. Окей, на что нажать надо, чтобы активировать? На Ку. Ничего не происходит. А, наверное, когда она будет заполнена. На полностью, да. А, окей, тогда стреляем просто и отбиваемся. Охренеть их там. Там вообще их море. Валим, валим в центр, в центр. Главное не останавливаться. Все, неплохо было бы, была бы граната тут вообще было бы. А, да вообще не говори. Я бы с удовольствием воспользовался гранатой сейчас. Давай на ту сторону, давай, они будут бегать туда-сюда. Давай, давай. Чить их, потом перебегать на другие стороны. Вот так будет нормальная тактика, думаю. Да, только я, понимаешь, они за тобой бегут, а я, получается, рядом с ними. Я сзади, я отстал. А, уйдите от меня. Отстреливай их, отстреливай их. Слушай, их уже меньше. Намного. О, это кто? Это хрень! Это хрень! Валим! Валим! Это хрень! А! Вставай, брат, вставай! Ой, ё-моё, как его убивать будем? А, я думаю, что голова у него слабое место. Ох, в меня тут прилетел камень. Нифига себе, в меня тут прилетел камень. Так тут нет ни брони, ни жизни! Так там еще один такой же. Там их два. Я на Q нажал, у меня щит активировался. Да, а, у меня 26 кп. Я не знаю, когда он упадет, этот здоровый чувак. Вообще упадет ли он. Я уже две обоймы в такого чувака высадил. Я третий еще. Я, короче, это, осел. Меня съели. Окей. Сколько тут жизней? У меня 6 осталось. Так, сейчас мы его завалим. У меня 5 осталось. 7. О, окей, 60 опыта получил за него. Все, он упал. Вообще, магазин-то где? Магазин в главном меню в лобби. А-а-а. Ой-ой-ой. Мочим, мочим, ой, как... Валим, 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 валим! Бей его, бей, бей, бей! Жирная скотина! У меня пистолет! А, это дробовик? Это дробовик, два патрона! Все, ему капец. Ты опыт получил, да, за него? Палец здоровый, ублюдок. Так, смотри, там наверху. Так, это что за хрень наверху? Вот эти хрени, в принципе, они остались, и все. Так, хп нужно, возьми, появилось под этим. А, вижу. Под мостом. Не под мостом, а вот тут вижу. Ну где-то да, да, да. 95. Отлично. 95. Так, и хорошо. Остался один лучник. Он без головы, как он в меня попадает? Чем? Кого стрелять? А. Все. Станет вера закончена. Можно выдохнуть. Так. Да. Ну что, пошли дальше. Фу, слушай, реально прям захватывает дух. Ага. И ладони потеют. Я прям не думал, что это такая игра. Я думал, там, опять какая-нибудь ерунда. О, патроны появились. Я, кстати, зашел. Присоединиться к битве, будешь телепортирован на следующую арену. Я уже тут. Оп-оп-оп-оп-оп! Бегут! Оу, это кто такие? Вали их! Слушай, враги-то тоже разнообразные, круто. Так, я возьму, пожалуй, этот и этот.
Не люблю дробовики, как менять арбам? Окей, поменял. На колесико мышки просто можно покрутить, все. Ой, все, все, все. Тут замкнутое пространство. Наверное, лучше ХП просто так не подбирать, да? Да, просто так не подбирать, когда где-то 50 остается. Ну да. Но, потому что сейчас тут это. Окей, я уже тут это, наскиловался, уже умею кувыркаться, когда меня стреляют. На пробел? Нет, на кон... А, да, на пробел. Я думал... А, у меня патроны кончились! Дробовичок, дробовичок, спасай! Добрый, папашку вообще с ними махать. Так, сейчас я... Кью, сейчас прожму кью. Е, у меня щит есть. Что происходит? Что происходит? Я не знаю, что за звуки, что-то очень страшное происходит, видимо. Видимо, нам сейчас будут снова яйки надирать. Ой-ой-ой-ой. Так, дохнет. Ну, как-то не прикольно они меня бьют. Так, ну чуть-чуть осталось. Да что ж такое? Значит, патроны кончились. А, нет, у меня не дробовик уже. Я просто не показал, что я так стрельнул дробью. Птичка, птичка! Нет, не все? Нет! О-о-о, стреляй, наверное, по низу. По заднице, мне тоже так кажется. Да-да-да. Она выпускает еще других птичек. А ХП подбирать. Ух, там еще одна птичка. Ой. Это типа главарь? Ну, типа да, типа боссы, наверное, не знаю. Так, я патроны, патроны, патроны. Я убил ее. Все, она убила всех других птичек. По-моему, сейчас должно быть списание веры закончено, нет? Нет. Что? А еще одна. А, окей. Стреляю. Уху! Дэм! Он сказал, дэм меня. Так, то есть, когда я ее убиваю, она... убивает всех других птичек. Да, она потому что их рождает. Ух ты! Ты видел? Ты видел это? Пускай три. Да, вот это ништяк. Я зашел опять. Частички, частички. Так, так, давай, не спеши ты вперед, а так давай осмотримся. Это ничего смотрится, здесь нету бонуса. Как нет, вот видишь, ломается. И там сзади две стоят. Ломается. Мне правда ничего нету. И в этом, мне кажется, тоже ничего. Да, они просто тут как это... Не-не-не, в некоторых бывает. Во, деньги. О, деньги. Эй. О, окей, это не ломается. Ломается. С двух сторон. Я ее скинул туда. Ладно, идем. О, мы уже где-то на поверхности? Да, мы выходим. Сколько у тебя жизней? Жизни, 84. Жизни или ХП? Это ХП. А под щитом жизни количество... 5. У меня тоже 5, нормально. Я думал, ты имеешь в виду. Спецназ! Как сказали бы некоторые летсплееры. Так, бери это, патроны. Братство, находясь рядом друг с другом, игроки лечат своих товаров. О! Отлично! Все, ништяк, вот это для нас игра. Мы этого не давали. Ну. А, на вперед, на вперед. Да, нам вперед идти, давайте вот так ходить в этом поле. Да, прицеливаться надо. Не напрягай, что я играю за зомби. Вон они. Ладно. А, они везде! У меня опять щит. Я могу стоять, просто танчить. Давай, танчи их, танчи! Пытаюсь. Ладно, их уже не так много, как было раньше. Это пока. Ну, это более-менее сейчас. Все ну, да. Как-то ходить. А то только бегать. Так, портал, смотри, впереди. Ага. Мне кажется, сейчас что-то эпичное нас ждет в конце. О, посмотрим. В конце карты, я так понимаю, карта там не одна же. Присоединился к битве. Опа! О, я же говорил. Разве это не эпично? Это очень эпично. Так, где-то, надо лечить друг друга. Я помню. Упал он. О, он умер? Да ладно. Это слабенький. Дали... Дальше на него опыт. Это мне дали опыт, да. Вот тут какие-то зеленые хрени. Какие-то. Летают. Так, надо взять броню. А, так, все. Ну, знаешь, когда у тебя есть отхил, это довольно-таки интересно, в плане того, что... Слушай, а она реально интересная, в том, что вот, то есть, после какой-то волны тебе дают какой-то определенный бонус, или... Либо это тебе дают бонус, либо к врагам дают бонус. Ну да, то есть, а еще прикол в том, что каждый раз бонусы разные. То есть, я когда играл, я бегал не в тумане. У меня назывался враги... рандомные бонусы? Здесь даже, рандомные бонусы, здесь назывался враги, короче, маленькие, но шустрые у меня назывался бонус, когда я первый сыграл. А когда с тобой вошли, в тумане были. Так, стой. Ай, ты обладал. Мол богов! А чё это тебе?
игры получается. Такой ты трешовый пацан. Я заслужил. Так, я за патронами. Пойдем. Слушай, я буду танчить теперь точно. Да-да-да, давай их тут. Подходите, ублюдки. Давай. А я буду, я буду твой арчер. Ой, знаешь, как круто чувствуешь себя крутым. Что у тебя есть молот, которым ты можешь делать что хочешь. Там синяя хреня стреляющаяся. О, молот богов, отлично. Тебе тоже дали? А, у меня пропал. Да! Животные. Давай. Какая классная вещь. Слушай, мне нравится эта игра, серьезно. Вот это да. Так, у меня броня уже низкая, но мне все равно, потому что есть молот богов. Ой, меня убили. Тут тупо месиво, и она мне нравится. О, молот богов. Давай, давай, давай. Что, ублюдки? Окей. Тут ко мне идет это. Меня убили. Блин, тебе молот богов подали, по-моему. Сейчас еще не дали. Дали? Нет. Все, я возродился и стреляю в какого-то духа, я его тоже убил. Так, я знаю, как получить молот богов. Кстати, тебя там ходят какие-то чуваки. Я знаю, я как бы... Один за щелков умер. Второй за щелков умер. Умер, да. А, сейчас, смотри, смотри, смотри! О-о, он был! Молот здесь... богов! Давай, рукопашный. Заходим просто как гопники. Давай! Где кто? Вот там чувак, он будет кидаться в нас, вот этот вот сейчас встанет. Какой? Вот-вот, сидит. А-а-а. Можешь ноги сломать? Нет. Нет. Так. Да, эту штуку, мне вот эти два... Нет, мне один только бонус можно взять. А молот богов исчез. Молот богов исчез вообще? Навсегда? Не знаю. Появился! Вали их! А чё бить не могу? А. У тебя какой-то молоточек божий. Бам! Бам! Давайте толпу, чё так, неинтересно. Так, летит, меня чё-то летит. Я прям в наглую на них иду. Да вот, только не умри. Да у меня молот богов, понимаешь? Я не могу, да? Идти в наглую, потому что у меня молот богов. Всё, у меня пропал молот богов. У меня молот богов. Отлично, мочи. Сколько раз мы уже за это видели богов? Здорово! Слушай, этого чувака как-то можно бить, который кидается этой штукой? Не знаю, я не пробовал. Или он типа тоже бог какой-то? Не знаю, это как... Только что он без молота богов. Так, мне нужно ХП. Не всем нужны. Все, я сдох. Окей. У меня осталось две жизни. У меня тоже две жизни. Ладно, надо, короче, на расстоянии отстрелить. Окей, мне молот опять дали. Держи, ублюдок. Так, знаешь, молот богов это, конечно, очень клёво, но... Отходите! Я отдал свою жизнь, зато убил такую толпу. Просто огромную. Блин, мне кто-то написал в скайпе еще. Ладно, не буду отвлекаться. Бывает. Забыл без какой-то стоит. Перезаряжусь. Их тут уже, а, ё-моё, я хочу закончить эту карту. Да вот. Так, сейчас самое страшное, это вот эти вот стреляющиеся. О, молот богов. Ну я пошел. Давай. Не, сказал. Давай, руби, я буду этих дальних убивать пока. Давай, я буду защищать тебя. Молотом богов. У меня все, меня сейчас убьют. Это фигово. Я тебя прикрывать пытаюсь. Там сзади тебя такой скелетики какие-то тупые. Я пытаюсь их бить. Все, меня завалили. У меня последняя, у меня ноль жизни, короче. Ну, последняя, короче, жизнь. А, окей. А у меня с чего? А, они общие, чувак. А, вот оно все. Да. Убирай ХП, тебе, наверное, больше нужно, нет? Или они у меня 100%. А, я же умер. Подожди, надо как-то убить этого чувака. Мне кажется, он создает. Кого? А, нет, вон тот, который он никого не создает, нет, он просто. Он. Вот, идет последний. Бизон. Иди сюда. Давай, родной. Еще молот один! Богов! Греби! Тут еще один! Греби! Почему по нему урон не идет? А, еще один бизон, молот богов. Все, закончено. И ну тут они еще есть, надо хвалить! Валю. Все нормально. Подбираю ХП. Отлично. Все, отлично, пошли. Так, это было не последнее, я так понимаю, испытание в этой карте. Я так понимаю, да. А, окей. Идем да. О, горгули опять это летают. Да, 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 но сейчас надо спрятаться зачем-нибудь ее звать. Даже две. Две, да. Че, даже никаких бонусов нормальных нет, что ли, кроме патронов. Че-то их тут много.
Да. Ребят, у нас испытание закончено, отвалите. Да, у нас испытание закончено, что он на нас видит? Отвалите, я сказал! Офигеть! По-моему, началось новое испытание, они решили нам не говорить. А, да, в тишине, да, так? Да, да. Так, сейчас я буду выходить. Я пытаюсь по правой стрелять горгулья. Давай. Можно ли назвать ее горгульями, я не знаю. Ушла горгулья одна. Ой-ой-ой. Это постепенно уходит. Так, этими хренями меня стреляют они. Тут еще две. Ты разброс у автомата, офигеть. Ну да, здесь в этом плане никакой баллистики. Давай! Ну умирай уже, гребаный, блин! Дохни, скотина! Все, я помер. Помер. Сейчас, погоди. Мертв, боги воскресят тебя, если твои друзья закончат это испытание веры. Друг! Я пытаюсь! Испытание веры! Я пытаюсь! Должен. Можно как-то камеру-то включить. Ну-ка, фейчдаун. О, я вижу тебя. Вот он, ты бегаешь. 21 хп. Вон он, ты стреляешь в них вовсю. О, ты что, закончишь его, нет? Нет. Нет, там одна горгулья, я не смогу ее закончить. Можно одну горгулью убить, одну. А у меня 7 хп. А, стреляй, ты должен. Такая музыка эпичная играет. Давай, сдохни. Твою мать. Что ж их слишком попал? Много. Офигеть. Нет. Мне попали в голову. Не смогли. Не смогли это сделать. Лабиринт не пройден. Да, так, давай смотреть. Я убил 155, чей. 147. Но я умер больше тебя. Администратор 0. Он увидел, какая толпа бежала в темноте, и он испугался и убежал. Да. Вот. Все, давай, наверное, на этом закончим. Да, на этом закончим серию. Я получил довольно 6000 опыта. Вот. Это, ну, я могу сказать по первым впечатлениям от игры. Мне она понравилась. Очень, да, это было очень динамично, это было очень эпично, да, это было очень клево. Никакого сюжета. Никакого вообще ничего. Только фан, кровь и кости. Больше ничего. В следующий раз мы поиграем втроем уже в нее. Да. А потом, может быть, и в четвером, пятером, восьмером, а не столько. Там в четвером только мог. Нет, ну мы можем сплитскрин. Сплитскрин. Да, можем в скайпе, короче, сплитскрин. Да, да, да. Ладно. Это закончим. С вами были Экси и Артём Динаик. Всем до скорого. Да, пока-пока, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, друзья, до встречи.